Всем привет! Сегодня я покажу сумку-холодильник и расскажу, как ею пользоваться правильно, чтобы она долго хранила продукты. Сумкой этой пользуюсь я очень уже давно, лет 5 точно, поэтому я точно могу сказать, как надо правильно пользоваться. И поверьте мне, продукты не испортятся абсолютно, потому что, ну, я говорю, уже все на собственном опыте. Значит, сумка сама по себе у нас вот такая вот. Здесь она большая. Здесь она на змейке застегивается. Вот, ну, в принципе, там и все. Значит, что самое главное? Вот эти вот аккумуляторы холодовые. Вот этот вот, он был большой. Такой вот. Он, да, постоянно лежит в морозилке. Вот он, значит, замороженный. Мы его вкладываем в сумку. На самое дно. Так вот. Далее можно положить продукты. Так, что у меня? У меня две пачки молока. Йогурты. Один большой, два маленьких. Так, далее положу большие контейнеры. Здесь у меня огурцы, помидоры. Так. Так, далее воду даже не знаю класть. Вот это вот яйца. Давай наверх их положим. Так, колбаска. Два батончика. Так, ну и далее такие тут вот всякие вкусняшки, да. Сыр. Всякие тут агуши разнообразные. Так, еще две агуши. Шоколадки, чтобы в дороге, естественно, они не растаяли. Место позволяет. Могу положить еще водичку. Могу еще положить водичку. Так, все упаковано. Далее, вот такие вот маленькие аккумуляторы, 4 штуки, также они лежат в холодильнике, в морозилке, и я их раскладываю по бокам. В одну сторону, сюда, можно наверх, можно, в принципе, без разницы. Все, далее у меня эта сумка застегивается, мне одной рукой, к сожалению, не застегнуть, вам не показать. И я делаю так, допустим, завтра мы выезжаем, либо сегодня ночью, да, мы выезжаем, то есть часа на 4, на 5 я вот это все застегиваю и ложу в холодильник. Ну, не в морозильную камеру, соответственно, а просто в холодильник. Все, когда мы уезжаем, я эту сумку достаю, и целые сутки, вот поверьте мне, когда мы раскрываем, вообще абсолютно все холодное, как в холодильнике, в настоящем. Вот, ну где-то, да, 24 часа абсолютного холода, ничего никогда не портится. Поэтому те, кто говорят, что сумка-холодильник — это ерунда, возможно, сумка-холодильник не та, либо просто, ну, маленечко неправильно пользуются ею. Здесь еще кармашки вот есть, но это не холодильник, кому интересно, можем заглянуть. Здесь у меня мыло, салфетки и полотенчики. Вот и все. Всем удачи, всего хорошего. Пока-пока.